Фомичев Федор Ильич родился в 1913 году в деревне Ченцово Ельнинского района. В октябре 1941 года Федора Фомичева призвали в Красную армию. Он сражался на Западном и Белорусском фронтах. Десятки больших и малых рек форсировал командир отделения моторизированного понтонно-мостового батальона старший сержант Фомичев. Старший сержант Фомичев 20-22 апреля 1945 года при форсировании Одера со своим отделением первым в батальоне разгрузил машины и спустил понтоны в реку. В течение 3 суток он непрерывно находился на переправе. Под огнем противника его отделение переправило на левый берег 150 артиллерийских орудий, 30 танков и другую боевую технику. Своими действиями старший сержант Фомичев способствовал развитию успеха на плацдарме. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество, бесстрашие и героизм, проявленные при форсировании Одера, Федору Ильичу Фомичеву присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Отечественной войны первой степени, Славы третьей степени, Красной звезды и медалью «За отвагу». Умер 19 марта 1975 года, похоронен в городе Химки.